Goodbye. What you know about a self-employed maniac? The devil took me in and now we pray to God to take me back. We at the bar frontin' like we some stars and trying to pick up on some bras, but they don't know who we are. Убери нас на эту Убери на блядь, дебил, ебан. Убери, сучка, блядь. Я сейчас приеду, если на мужика говорю, поставлю. Я на место поставлю. Кого? Человек по аэропортам. Кого вы на место поставите? Кого вы на место поставите? Полный багажник, чемодан. Ну что вы? Ну а видите, деле, видите, какой у вас таксист? Плохой. Я опаздываю. To the shores of UK, we give a fuck what you think. We all believe in one thing, that if you're doing something, make it big, let it bang, shout it loud, set it up, shut it down, just be sure. Здравствуйте, я Андреевство Хан. Вы двигаетесь по тротуару. А я знаю, на пробка, все люди. Но все люди равны. Уезжаю, ребят, уезжаю, извините. Стоп. Не, извините, съезжаю. Нет, вы не съезжайте, вы назад едете. Ну, если вам так будет. Спасибо большое. Не за что, конечно. Назад, блядь. Ты что делаешь? Там машины стоят, как он? У меня тут люди стоят. Я здесь иду. Где ты идешь? Вызывай ментом. Какого ты это твоя собственность? Ну. Бачко себе сюда. Ты будешь кататься, тоже будешь кататься? Я не буду. Я тебе говорю, блядь, если бы я ехал на своей машине, я тебя просто раздул, е***, понимаешь? Да. Хорошо. Герои, блядь, да нахуй, герои все, что ли? Я стою вот. Ну, вот он я. Вот я стою. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Это вызывай ментор, в чем дело-то? You got any idea in that pea brain head of yours who the fuck I am? Будьте так добры, извините, пожалуйста, ваше водительское удостоверение и документы ваши. Это не по-человечески. Вот чем они занимаются. А кто, никто не откроете? А не могли бы окно открыть, пожалуйста? О, здравствуйте. Я вас не слышал. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я человеку спаржи. Ему? Да. Жизнь. Он находился под угрозой попасть под колеса автомобиля. Стоячего. Да. Я согласен, он нарушил. Я даже свидетель могу. Хоть вы говорите, что я с ним в каком-то сговоре. А нас задержали? Задержали. Кто? Тот человек, который скрылся. Кто нас задержал? Ну, который мне заявил, что вас задержал. Кто нас задержал? Сотрудники полиции или кто? Ну, где сотрудники полиции? Я сам жду. Мне сказал ждать. Я тоже жду. Я сейчас работаю на сотрудника полиции. Понимаете? Что вы делаете? На сотрудника полиции работаю.
Вы такой же, как он. Вы такой же, как он. И вы все такие же, как он. Вы такой же, как все. Я не нарушал правила. К сожалению. Я вас понял. Я вас. В третий раз извиняюсь.